Мое почтение, господа. Хороших выходных. Продолжаем проходить Little Nightmares 2. Сегодня стрим, напоминаю, вечером. Успевайте, прошу вас. Пойдем со мной. Пойдем со мной, дорогая. Пойдем. А что это за таун такой? Это какой-то прикольный сити, да? Мы приплыли. В прошлой серии мы прикончили, короче, этого охотника. Это же какая-то пасхалка, да? Этот электро... мальчик вот этот... Что это? Вот, со мной что-то происходит с мальчишкой. Я пока не понимаю, что это такое. Какой-то цифровой... какое-то цифровое это... Цифровая проекция. Мы их собираем. Наверное, пасхалка. Давай зайдем сюда. Город. Зловещая игра. Зловещая. Игра просто... Получено достижение разорения. Дай руку мне. Пойдем вместе. Чей-то телек? Все очень ужасно, понимаешь? Оно очень ужасное. Выглядит ужасно. Ужасающе. Но игра потрясная. Идем. А я правильно понимаю, что это шестая, да? Вот те, кто в курсе, те в курсе. Это же шестая? Как это все сделано? Идем. Тихо. Так, заползай давай. Тапки. Эти. Куча этих. Как будто бы сидящих людей. Они исчезли, что ли, все отсюда, из этого города? Как будто они здесь все сидели и разом исчезли, а одежда осталась. Выглядит это вот так. Так. Сюда можно зайти? Нельзя. Понял. А носочек можно взять? Нельзя носочек взять. Ладно. Пойдем дальше. Угу. Телеки. Поднимемся? Ну сюда нельзя, да? Это все просто декорация. О, подсади меня. Точнее, давай я тебя подсажу, слышишь? Я тебя подсажу, а ты меня... А, ладно. Так, я что-то здесь должен сделать самостоятельно. Минутку. Эть. Давай, терпи. Оп, сюда и сюда. До свидания. Прощайте. Я вот зажал кнопку-то. Здесь нужно успевать схватиться еще, знаешь. Летишь и успевай схватываться. Так. Прыжочек. Ну куда ж ты? Похоронил пацана просто... Бесплатно. Без смс и регистрации. Надо разбежаться. Эть. Так, давай. Атлет. Ну? Сейчас или никогда? Да ты что, прикалываешься? Что это такое? Это что, шутки? Я не могу схватиться за эту тему. А почему я не могу схватиться? А может быть, я не должен хвататься? Подожди секунду. Я же вот здесь вот могу подойти. Да, и он не хватается даже здесь. Хотя мог бы. Но я что-то не то делаю. Секунду. Дальше сюда не пройти, все верно? Да, все верно. Да, что, чего ты там? Ты идешь, что ли, сюда? Эй. Ладно. Я слышу. Сейчас, подожди секунду. У меня проблемы здесь, видишь? Еще разочек. Прыжочек. Оп. Может, просто повисеть надо? Давай попробуем раскачаться, типа. И врезаться в телек. А, во! Надо врезаться было. Ну-ка, давай! Хорошо. Жди, дорогая, сейчас. Сейчас что-то будет. Ага. Ну, я думаю, что нам налево, да? Сейчас иду, подожди. Ты же где-то здесь? Подруга. Надо за подружкой сходить. Сейчас телек скину. Ты готова? Подойди сюда, слышишь? Ты готова? Эй. Будем считать, что да. Я сбрасываю. А, ты готова? Она готова. Вон она внизу стоит и говорит, да-да. Прыгай. Вон она на втором этаже. Так, она на втором.
Чтобы ей сюда попасть, нужно... Сейчас, мне нужно с той стороны подойти. Иду, иду. Или ты меня поймаешь? Ты поймаешь меня? Эй. Да, она говорит, прыгай. Ладно, давай прыгнем. Лови! Иногда он разбегается и прыгает просто на какие-то лютые расстояния, но это понятно, что триггер игры, да? То есть момент, когда она протянула руку, я думаю, срабатывает триггер, и у нас его персонажа... А могу я сюда вернуться? Пойдем сюда зайдем, подожди секунду, я хочу вот здесь еще посмотреть что-нибудь. Вот, смотри, мальчик стоит опять. Вот что это за электронная проекция такая? Я не осознаю, я не знаю, что это. И он их как будто бы съедает, или они просто вселяются в него. Это какая-то пасхалка, возможно, будет потом известно. А может быть, кому-то известно уже сейчас. Эть? Ты прыгаешь? Руку давай. Руку, говорю, давай. Нельзя, ладно. А то было бы интересно вдвоем идти. Так, тихонько. Там нет ничего, да? Это очень сильно похоже на то, что люди здесь существовали, но они исчезли, то есть их тела исчезли. Одежда их осталась. Смотри, человек повесился. Одни тапки от него только остались вон. Могу я сюда пройти? Проникнуть? Двадцать пятый кадр. Мне плохо. А что со мной происходит? Почему на меня так влияет этот телевизор? Я рассыпаюсь. Мы умираем, да? Или мне нужно просто преодолеть это? Или выключить надо? Что нужно сделать? Подойти к телевизору и выключить, допустим, да? Давай попробуем. Терпи, мужик. Давай, выключить можно как-то? Вот он, подошел к нему. А, подожди, это я могу управлять этим. Используйте, чтобы настроить передачу. ВАСД. Окей, вперед. Там коридор. У меня не получилось, по всей видимости, да? Нужно еще раз. Минутку. Налево. Вперед. Налево. Очень странно, подожди. Вперед. Так и нужно все кнопки нажимать что ли сразу? Ну, я пытаюсь. И все равно меня откатывает назад. Так, назад. Выровнять, налево. Вот, все. Очень немножко было сложно. Это было немножечко сложно. Пойдем. Ребята? И что мы сделали? Вот бы еще понимать, да, в чем суть. Я думаю, что ближе к концу это станет известно. Руку давай. Пошли. Лампочка. Все перегорело, кстати, резко. Смотри, какие текстуры, какие декорации, да? Вот где такую игру еще найти? Боже мой, да нигде. Мне кажется, у этой игры поклонники появились именно вот по... ее сеттингу. Сеттинг очень... Так, ну мы можем обойти, да? Тут же это же 3D-пространство, все дела, я могу обойти и вот сюда зайти. А ты почему со мной не идешь? Ты тоже же можешь так сделать. Биг Бен? Здание суда? Что это? Качельки. Эй, слышишь? Иди сюда. Ты идешь? Вставай! Давай, только не ходи за мной, подожди. Да подожди, не ходи за мной. Ты с той стороны, а я с этой, давай. Ну чего ты, блин, тупишь? Ты же ни разу не качалась на качельках, у тебя не было детства.
Вон, смотри, там колесо, это тоже прикольная тема. Смотри, это эти. Давай, раскачивай меня. Раскачивай меня, ну покачай. Ну покачай. Кто в детстве просил, короче, своих друзей, покачай меня. Покачай меня, ну покачай. Ну покачай, ну что ты, давай сама залезь, я тебя покачаю. Ладно, пойдем. Сеструха, блин, младшая. Младшая сеструха. Опять ты это, гуляешь допоздна. Мама сказала домой идти, пойдем домой. Все, идем. Я реально чувствую себя здесь каким-то старшим братом, знаешь, в какой-то степени. Особенно, когда берешь за, нее, за руку ее. О, мяч! Подожди, стой. Сестра, подожди. Мяч надо забрать домой. Это ж наш мяч. Пойдем. О, смотри, это здесь кто-то пытался свалить. А, подожди, стой. Давай ты на воротах. Ты на воротах. Стой, вставай на ворота. Вот здесь, вставай. Вставай на ворота. Все, стой. Плохушка. Боже. Пошли, ладно. Я просто перебросил через нее мяч. Давай за мной. Давай за мной. Мы залезем сюда. Классная игра. А куда мы влазим? Это похоже на какой-то судебный здание суда? О, смотри, какая зловещая фотка там, да? Стремная. Фу-фу-фу. Это я могу взять, да? Тапочек. Маленький тапочек. Слышь, обуйся. Ясно. Руку давай. Пойдем. Я сеструху не брошу в беде. Урна горит. Кто-то ее прикурил. Тихо. Вот чисто. Пойдем. Что это за рубильник? Давай не будем пока нажимать. Плохо. Это может плохо кончиться. Какие стрёмные портреты. С выжженными глазами какими-то. Ладно, давай нажмем. Хать! О, нет, а можно вернуть обратно? Ну, пожалуйста. Спасибо. Сестра, пойдем. Без света я никуда не пойду. Так, налево. Детская комната? А что за шконки? Смотри, какие. Мячик в центре лежит. Я хочу взять его. Опа. В смысле? А зачем ты взяла банку? И чё? Меняться будешь? Дай меняться. Ладно, пойдем. Зачем она взяла банку? Чё, это прикол какой-то? Там какой-то ребенок, смотри. Ну-ка положи, подожди. Я положу, ты тоже положишь? А ну-ка дай мне банку. Дай мне. Не дает. Может, мне тоже банку взять? Вот банка. Я взял тоже банку. Пойдем. У нас банки. Мы с сестрой идем сдавать этот металлолом. За 3 копейки. Нам нужны бабосы. Пойдем, пойдем, пойдем. Дверь открою. Давай, полностью. Не знаю зачем, но, наверное, это нужно было сделать. Выходим. Давай сюда теперь. А мы не можем сюда пройти, да? Зачем нам банки с тобой, подруга? Зачем она взяла? И я взял. Нам, может, так сильно нужны деньги, да? Голодает. Давай выключим. И вернемся туда. С банками, соответственно. Пойдем. Так. Здесь ничего не поменялось. Свет так и падает из окна, вот из этого. Он прям валит оттуда. Какой смысл, мы выключили свет? Может быть, нужно залезть наверх? Что можно сделать еще? Что это такое? Это большая банка. Могу залезть, да, сюда? Но он как-то, как будто бы не залезает. Она кинула баночку. Она ее кинула. Больше не хочет она ее таскать. Вот я взял что-то. А ты возьмешь мячик, например? Возьми мячик. Бери мячик. Ладно, дай руку. Пойдем отсюда. Не знаю, зачем эта комната. Не понял пока. Она очень стрёмная. Давай дверь закроем. А что если... Там дверь... Та дверь... Вот. Закрыть. Я держу ее. Но она открывается все равно. Хм. Это загадки, да, какие-то? Я вот вижу там, например, с той стороны есть этот. Вон, если туда пройти как-то. Но он туда не хочет, да, он не может туда пройти. Блин, разбросала. Не получается. Она крадется. Какой смысл? Давай залезем.
вниз. Туалетная бумага, вот здесь вот утенок какой-то. Вот сюда, я здесь могу пролезть, да, вот так вот? Не получается туда только. Я хотел бы туда пролезть, но у меня не получается. Кашляет. Ты что кашляешь, болеешь? Вот окно есть, например. Могу вот сюда еще залезть, смотри. Игрушку скину ей сейчас. Слышь? Подожди, что он делает? На. И зеркало на. Это банка? До свидания, прощай. Разбил. Лаганула даже игра в моменте. Так. Зачем я прыгнул? Она вообще про... Она просто села кайфовать. Я вот вижу, там есть игрушка с глазиком, то есть. Вот в той стороне. Где я? Нет, я все еще не перепрыгнул. Ладно. Возможно, нужно выйти отсюда. Пошли. Дверь открылась снова. Я не очень пока понимаю, в чем суть. Могу вот эту дверь открыть? Давай попробуем вместе ее. Иди сюда. Нет, она мне не помогает. Ладно. Немножечко встряли. О, смотри, глаза у нее. Светятся. Может быть, нужно что-то сюда принести? Мяч? Банку? Дары какие-то нужны, да? Давай притащим. Ну, типа, ты банку брала, я мяч возьму. Возьми что-нибудь тоже. Возьми баночку. На. Вот тебе банка. А я мяч возьму. Бери, говорю. Ладно, не бери, пошли отсюда. Так. Какой в этом смысл? Вот мяч. Подходит? Что нужно? Что нужно? Глаза... Я только не понял, зачем, в чем смысл глаз. То есть там свет. Явно. То есть, возможно, нужно повиснуть на этой картине, чтобы... Чтобы, например, ее как-то скинуть и туда пролезть. По всей видимости, нам туда. Вопрос только в... Вот, иди сюда. Подкинь меня к ней, я на картину прыгну. В чем твоя проблема? Ай, эй! Давай, нам туда, я знаю это. Подкинешь меня? Ладно, пойдем, она банку брала, не зря. Пойдем за банкой. Так. Что здесь есть? Стекляшки вот, например, есть. Я могу стекляшку взять? Нет, стекляшку не могу, он не берет. Вот игрушку какую-то припер. Банку. Давай банку. Возьми что-то тоже. Че ты... Вот что ты ее пинаешь? Возьми ее. Так. Может быть, нужно швырнуть в эту картину что-то? Или притащить сюда? Что можно притащить? Вот тебе банка. А, ясно. Я говорю, швырнуть надо что-то. Так. Что это? Комната пыток? Здесь явно кто-то был привязан. Ложка. Притом привязан кто-то был тоже, наверное, из детей, да, получается? Видишь, эти на стенах нарисованы. Как у нее в комнате. У нее в комнате такая же тема была. Подойди сюда. Прыгай. Прыгай. А, молодец. Она слышит меня. Давай, давай вместе. И... Эть! Еще. Тихо. Что это? Какие-то штуки. Пойдем, банку взял. Ага. Я как беспризорник. Хожу и банки пинаю. Так. Так, слышь? Руку давай мне. Надоело. Чё ты там одна ходишь? Не беси меня. Ать, вниз. И вниз, да? Ага. Дергай. Давай вместе. Хорошо. Полезли. Куда лезем, куда идем, что происходит? Так.
тихо. Слышь, ты не хочешь присесть? Кто это? Чепухан какой-то? Он вот сюда вот ушел, смотри. Дверь не открыть. Дверь не открыть. Нам вообще туда не нужно. Пойдем тогда отсюда, ладно. У нас появился, походу, новый враг. Что за... Это что? Можно мотануть ее, да, как-то в другую сторону, раскачать? Зачем это ведро здесь? Ладно. Еще мяч. Повсюду мячи. Охренеть! О, боже. Ладно, тихо. Все, теперь знаем. Так. Оп! Бежать, бежать, бежать! Хорошо. Мяч я все равно возьму. Пошли. Без мяча не уйду. Это мяч моей сестры. О, еще один ребенок. Это еще один ребенок? Такой же. Что это, шкафчик? Могу залезть сюда, смотри. Спрятался. Бежать, бежать, бежать. О, бля, еще один. Я чувствую себя как этот, я чувствую себя как грабитель из фильма «Один дома». Знаешь, когда он на них эти банки скидывал на лестнице. Вот, ребенок еще один. И вон еще дети, смотри там дальше. Но до них не добраться, да, походу? Они всю школу... Они заминировали? Это школа! Блять, мне просто повезло. Он вот здесь вот где-то. А, он убежал, я туда не смогу пройти. Он туда не проникнет, да? Но я могу вот здесь пройти. Смотри, вот так вот можно. Оп, залез. Ты идешь? Руку давай мне. Здесь злобные ученики. Это школа. Это очень похоже на школу. Это злые ученики, которые не хотят сдавать ЕГЭ. Это они. Так, короче. Вон даже видно, что на камне, видишь, он уже не первый раз он ее так это... Хорошо. Пережили. Вон он стоит. И уходит. Фломастер. Нужно не торопиться. Они здесь все заминировали, понимаешь? Школьники. Молоток. Ты что делаешь, сучара? Нет, нет, не трогайте ее. Суки! Мою сестру украли. Молоток, бля. Молоток, сука. Ну чё, сучара, иди сюда. На, ебать. Эта игра очень жестокая. Я иду. Я иду за своей сестренкой. Я иду. И давай, иди сюда. Давай, сучара. Вставай, вставай, боец. Давай, сука. Давай, иди сюда. Давай, придурок, минус один. Че вы о себе думаете? Так, минутку. Он сейчас сам сюда ко мне подойдет. Нужно отойти просто. Да, все, вот так вот. Отлично. Отличное решение. Дальше. Я иду за вами, придурки. Подожди, а куда мне? Мне вот наверх туда получается. Я с молотком уже не проканает. Он молоток туда не перебросит. Я найду другой. Где моя сестра? Ключ. Нет у меня ключа. Вот здесь вот кто-то есть, да? Тихо. Здесь что? Ящик? Нет. Тихонько. Это препод по биологии. Это препод. Отвернулась. Я пойду. Это препод по биологии, слышишь? Могу пройти? Точку поставила. Я посижу здесь, пожалуй. Итак, дети, диктант.
давай. Этот звук доски мне вообще не нравится. Вспоминаю свои школьные годы. Точку поставила, но я уже выхожу, как бы, да? До свидания. Спасибо. Пизда. Быстрее, сука! Я вместе с ними погиб, да? Получено достижение. Задира из задир. Подожди секунду. Вот здесь вот можно, смотри, что сделать. Вот здесь вот можно открыть штучку вот эту. Смотри. Бери ее, давай. Хватайся. А, наверное, потом это нужно будет сделать, да? А закрыть дверь могу, чтобы никто сюда не вошел? Вряд ли. Мне нужно как-то шкаф этот... Нет, не получится. Ясно, не получится. Нужно запрыгнуть и отойти. А чуваков-то я как сагрил? Они вот здесь вот сюда сейчас не подошли. То есть чуваков я сагрил еще до того, по всей видимости, да? Секунду. Оп. Вот, все. И отойти. Ключ быстрее бери, блядь. Быстрее бери ключ. Быстрее. Вот точно так же делала моя училка по биологии. Вот точно так же. Давай тихонько. Ага. А я где только? А, вон я из шкафа вылезаю. Вот она делала точно так же. Я не хочу выходить. А, ладно, пойдем. А как я должен идти? За ней? Наверное, лучше за ней. Под партами, прямо под ними, вот. Под партой со... Блядь, линейка эта. Она такая стрёмная, капец. Ты глянь на нее. Кажется, она повернулась, да? Мне нужно просто выйти из этого кабинета. Я не удивлен, что эти детишки, короче, наставили ловушек, знаешь, в этой школе. Давай-давай, мне нужно просто выйти, я хочу просто выйти отсюда. Тихо, грудь. Заметила, да? Ебать! Ты так умеешь делать, да? Какая ты стрёмная, она схавала меня шею, то есть сбежать от нее просто вообще нереально. Она вытянет свою гусиную шею, до свидания. Еще разок. Так. Ждем. Ага, ага. Нет, все. В смысле? Я же... Не так все просто. Не так все просто, Григорий, да? Не так все просто. Ладно, давай тихонько. Давай тихонько. Нужно, чтобы она полностью ушла, я правильно понимаю, да? Капец. Биологичка. Так. Можно идти? Могу, я считаю. Сейчас же. Да. Под первой партой, под второй. Ты меня не видишь. Можно, кстати, вот сюда вот зайти, смотри. А, нельзя. Пизда, бля, бежать, 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 бежать. Я пытался. Я пытался сдать биологию, понимаешь? Пытался. С третьего раза. Удалось у меня это. Ладно. Препод стрёмный. Давай тихонько, все, как про. Вот по тихой грусти сейчас пойдем. То есть прям за ней. Она сейчас сделает шаг влево. Сюда вниз. И потом снова влево. И вот сейчас я могу идти. Не иначе. Детишки меня приголубят. Короче, нижние парты недоступны. Вот здесь вот я могу подойти, пройти. Посидим. Все, не торопимся. Ага, ага. Пошел. Куда она дальше уйдет, вот вопрос, типа, да? Она сейчас пойдет вниз.
Ага, направо. Свернула. Я могу... Ну нет, это же невозможно. Подожди, а как же ж... Мне нужно полностью уйти оттуда. Я пытаюсь. Я пытаюсь свалить. Бля, мою сестренку украли. Я вот никак не могу отделаться от этой мысли. А может как-то сразу вниз стартануть? Потому что поверху, по всей видимости, никак не пройти. Может нужно сразу на нижние парты свернуть? Имеет смысл сразу вниз пойти? То есть вот она стартанула, вниз пошла, я иду. Шаг. Вот здесь, например, сразу по нижним партам пройтись, вот с этой стороны. Вот так вот. Нижняя парта. Ждем. Нижняя парта, сразу, сразу, сразу. Давай, давай, нижняя парта, все. Вот по нижней стороне пойду. Дальше она подходит к девочке, вот к этой. Да. Я уже здесь сижу. Угу. Так. Вот, она уходит на правую сторону и поворачивается с лицом сюда, что ли? Да, она поворачивается лицом сюда. Поэтому она меня и видела. Ясно, поэтому она меня видела. Так. Уходи отсюда. Вот сейчас я... Вот сейчас можно. Вот сейчас можно. Да, я считаю, что это самое лучшее время, это сейчас. Девочка охренела, конечно, но я просто выхожу. Я просто тихонько на выход. Я думаю, что мы спаслись. Да, это окончательно. Рвем когти. Рвем когти, нужно к двери. Открывай. А это не дверь, а лифт. Социальный. Социальный лифт. Тихо. Где мы? Я должен спасти сестренку. Что? Это кто? Мальчик. Остановись. Урок окончен. Слышишь меня? Урок окончен, дружище. Я думаю, что он прикончит. А, он привязан. Смотри. Пизда. О, бля. Не надо. Ты же привязанный. А ну-ка подожди, давай забайтим его. Секунду. Просто ломанемся прямо через него. Ну что, сучара, смотри, давай. Ты же привязанный. Да, он привязан. Или это она? Но то, что это, то, но то, что он привязан, факт. Вот там труба есть, смотри, подожди секунду. Ну давай, сучара. Нет, да ладно. Да не так просто. Не так просто, ладно. Но я понял механику. Иди сюда. Очень зловещая игра, согласна? Она очень... Она злове... Пиздец, блин. Труба, труба, труба! Труба, труба, это бить! Но, блядь, нужно чуть-чуть, буквально прямо писечку не хватает мне перетерпеть. Надо прямо потерпеть. И вот в моменте, когда он делает на меня как бы свой бросок, фальш-бросок, я ему проломлю черепушку. Иди сюда. Давай. Бросок, и сейчас. Есть. Сука, я тебя чуть добил бы просто, чтобы ты вообще больше не встал. Придурок с мелками. Давай. Я иду. Я иду, вы слышите? Я иду за своей сестренкой. А, мне не нужна больше эта палка. Ясно. Бросай ее. Бросай ее. Нет, нет, палка не нужна. Угу. Колпачков, смотри сколько. Бедный ребенок, еще и привязанный был. Что происходит? Это препод! Это препод! Голова! Ее голова! Она хочет меня съесть! До свидания! Биологичка, сука. Биологичка пытается меня сожрать каждый раз. Давай, давай. Надо вниз. О, я просто упал. Прям туда, к ней. Еще раз. Слушай, игра не так проста.
Нужно просто быстрее двигаться, да, я думаю? Просто быстрее, если двигаться, то можно успеть, я думаю, там в коробку засесть. Сейчас. Капец, это так стрёмно выглядит. Могу выйти? Она уже вставила голову, да? Вот сейчас. Оп. Кого-то вшатала линейкой. Она кого-то бьет прям конкретно. Залезай! Залезай! Боже, я просто спрыгнул туда. А кого она бьет линейкой? Добрый день. Пойдем. Пойдем, да? Да, нормально. Можно заранее даже. Пойдем, 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 пойдем наверх. Кого она избивает? Не мою ли сестренку? О, быстрее! Хорошо, все. Меня уже не взять. Меня уже не взять. Все, она там. Пусть вафлит. Она же сюда голову не просунет свою? Нет, не просунет, ладно. Где мы? Пришла сюда? Блять, надо быстрее принимать решение какое-то. А какое? Не знаю. Лестница, подожди. Давай наверх. Вон башка, смотри, такая же, как у меня. Вон справа пакет на голове. Вон, видишь, на правой полке? Я зря это сделал, да? Я перепрыгнул на ту сторону, зря? Наверное, да. Так, тихо. Так. Подожди, может я лестницу подвину как-то? Например, сюда. Там вот там вторая башка лежит просто. Я хочу голову вот эту взять. Второй пакет. Видишь, там пакет лежит для этого, для меня. Вот, вот это что? Это же не иначе, как голова. Вот. Да, это новая голова. Головной убор. Потом, потом. Давай подвинем. Так. Это школа, я правильно понимаю. Теперь. Это школа, мы в школу пришли. Так. Сюда. Есть. Бежать, сука, бежать! Поймала? Поймала. Ну, сучка. Я сумею с вами свалить. Надо просто чуть-чуть побыстрее это делать. Давай! Да как она успевает? Как она успевает это делать? Еще разок. Может, что-то надо сделать? Слушай, может, ей на голову надо спрыгнуть? Смотри. Вот так вот, на голову, нахуй, обратно. А, я просто... Я просто прыгнул ей в рот. Самоубийца просто. Давай еще раз. Я должен успевать.
Нет, не успевает он. Не успевает. Твою ж мать. Ладно. Господа, маленькие кошмарики, мы в школе сестру сперли. Мы противостоим биологичке. Биологичка. Раиса Ивановна, извините меня. Всем пока.